Карлуша красавец, Карлуша. Вот такой у нас Карлуха красавец, да, Карл? Что вот ты там смотришь? Карл, покупался? Карлуха, ты покупался или тает? Карлуха, ты покупался? Карл. Карл. Карлуша. Карлуша, Карлуша. Карлуша, вот так, вот так, вот так, покусать, покусать за палец хозяина, да? И он показывает, вот, он хватает палец, говорит, не подходи ко мне. Да, сейчас мы ему дадим бычок от сигареты, Карлуша. Вот так вот, Карлуша, а бычок? Бычок хочешь, Карл? Бычок, ой, ой, какой бычок хороший, ой, ой, забрал, 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 все. Понес, понес прятать, прятать бычок. Вот так вот. Такой вот важный бычок, да, Карл? Да. Вот он уже. О, он научился с него вынимать фильтры. Карл, ты что, вынул с бычка фильтр? Карлуха, молодец. Вот так уже. Вот так остался бычок без фильтра, да, Карл? Карл. Карлуша, шо ты, хороший парень Карлуха, покупался, он перья уже, перья распушил, Карл. Вот у него там нычки, сейчас он будет прятать ее в нычку, да, Карл? Да. Карлуха, лети сюда, Карл, Карл. Вот у Карла нычка, о. Вот так вот он летает. Он понимает, что видеокамера за ним наблюдает, да, Карл? Непонятно, сороки видят видеокамеру и стесняются, когда видят видеокамеру. Карл, ты прятать ее хочешь, да? А стесняешься, да? Ценный бычок? Куда бы его спрятать, ценный бычок? Карлуша, а спичку? На спичку поменяешь? На спичку, на. Вот такая спичка, на спичку. Та же история. Заныкать спичку куда-нибудь. Заныкал? А кусок колбаски, Карл? Ага, слово колбаса знает. На, на, на. На, на, на. Что, тебе нравится колбаса? На, 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 бери, бери колбасу. Вот кусок колбасы уже другое дело, да, Карл? Да, это уже другое дело. Вот он уже с этим другим куском колбасы пытается спрятаться, да? Карл, ты пытаешься спрятаться с ним? Он же видит, что я за ним слежу. И понимает, что кусок колбасы надо прятать, да, Карл? Да. Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать. Правильно, Карл, ты ж украинская сорока. Да, украинская. Вот так вот. Вот. Карл, а не подавишься такой здоровый кусок колбасы, а? Карлуша, ты уже спрятал его? А нет, он его держит сейчас под клювом в мешке. Вот, обратите внимание, у него под клювом есть мешок. Да, вот он мешок у него под клювом, да. Вот здесь у него под клювом мешок. Это он за телефон тянет за душку. Вот, и вот в этот мешок он спрятал кусок колбасы. Вот он заныкал, заныкал колбасу туда в щель и забил ее, забил, забил, забил. Карл, а ты ее потом достанешь оттуда? Вот видите, вы говорите, кормите, корми эту птицу почаще. Она, если не голодная, она заныкивает, всю еду заныкивает. Все, и обои подрал все, какие мог. Вот, ага, вот у него кусок колбасы, он ее опять ныкает во все щели. Что, не влазит, да, Карл? И есть не хочет. Карлуша, иди сюда, Карл. Вот он пришел. Иди сюда, иди сюда. Что ты, поиграем? Иди сюда, по пальчикам, да? Давай, давай, давай. Ай, ай, по пальчикам. Называется похватать хозяина за пальчики, да, Карл? Ну, а колбасу он уже куда-то спрятал. Карлуша, ты куда спрятал колбасу? Говори. Карлуша, ты куда колбасу спрятал? Иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Что ты? Что ты? Что ты? Что ты? Что ты? Что ты?
Карлуша. Кстати, в телефоне он видит, где расположена видеокамера. Да, да, да. Сейчас мы его еще раз позовем. Да, иди сюда. Ай, ай, палец меня кусает, да. Тебя скоро и хвост отрастет, Карл. Вот такой у нас Карл. Да. Вот он у нас вот так вот. Если за ним следить видеокамерой, он начинает от нее уходить. Вот он перепрыгнул на одну штуку, теперь я за ним, и он туда. Карл, ты предпочитаешь оставаться инкогнито, да, Карлуша? Да, да, сказал да. Карл покупался, сейчас перья будет выравнивать все, да, Карл? Вот.